ДПР поменял. Ну, Андрей, ты знаешь? Да, бер. Он так умрет. Ну... Зубы какие-то. У нас нет. У нас приз тоже. А, у меня тоже мана кончилась. У меня нет шевы, чтобы я что-то сделал. У меня нет маны, чтобы все посетить. Похуй, 70 стаков это не проблема. Просто бегаю, сейчас скажу. Больше ауе просто дайте. Блять, у тебя сова без маны. 88. Похуй. Ясно. А как же это какая-то машина? 100, у меня 100. Господи, живи! Богу молись, мана заканчивается. Сейчас, ааа, бегу! Че вообще происходит? Ты еще бежишь, блять, от АУЕ нашего, сука. Да я не могу не бегать, блять, не ебал здесь вот. Я понимаю. Победа? Какой же ты генерал? 114. Победа. Я сейчас дыхнет, спасите, блять. Нахуй бегаю. А по сколько за стак бьет? Я не знаю. Понял. На 321 урон увеличен. Я процент. Там 1% остался. А сколько стаки длятся? 38 секунд. Я диспелю, но мана... Можешь не пытаться, их там очень много. Ладно, лучше похилю. У меня их 100. Вот ровно 100. Блять, просто живи, бога ради. Ну у тебя по факту Азерути есть, он тоже в танке. Так ты можешь умереть. Реально. Я хочу, чтобы он меня отдохнул. На тебе сакру. Вон, пора регенить ману. Победа. Вот смотри, где его фрейм, вот я бью. Как это вообще реально? Как он выжил вообще, не понимаю.